Смотрим, что здесь. Как-то слишком просто. Красное. Пока непонятно. Типа два раза нельзя ходить по одной, по одному и тому же. Красное, синее. То есть наоборот. Там всегда красное, здесь всегда синее. А, то есть они должны... А какая разница? Обязательно поочередно, что ли? Ага, понятно. Ну, в принципе, это намного проще. Опять же, мы понимаем, какой будет следующий куб. Да, ты что? Так, ну хорошо, мы же понимаем, что вот этот мы взяли. Ага, об этом нельзя. Значит, не этот. Можем взять вот этот, пройти здесь, здесь и сюда. Теперь берем этот. Не отсюда. А, и мы обратно не вернемся. А, вернемся. Все хорошо, вернемся. Так, ну, в принципе, понятно. Так, ну, вот это, наверное, будет посложнее. Опять же, здесь проблема понимания, с какого начинать. Не успел. Так, ну, возможно, не так. Так, а как по-другому сделать? Так, вряд ли. С этого тоже вряд ли. Хотя, может быть, вот так. Это мы не цепляем. А может быть, и первый вариант был правильный. Но опять же, это было бы слишком просто. Так, а может быть... Нет, так точно нет. Ладно, пускай будет этот вариант. Так, вот здесь как-то непонятно. Но, по идее, после него мы должны вот этот забирать. По идее. А может, мы сюда потом должны вернуться? Да, он, наверное, у нас не следующий. Хотя можно вот так сюда. Вот, видимо, так. Я его сразу хотел забрать. Так, тогда проблемы с этим. В принципе, нет проблем. Хорошо. Хорошая тренировка. Так вот, возвращаясь к торту. Если бы корабль был тортом, то я бы уже начала беспокоиться за твое состояние. Я хотел сказать, что ты справился уже примерно с половиной задачами. Правда, в отличие от поедания торта, в конце твоего пути тебя ждет не наведение порядка на мостике после того, как не стыд пополам с последствиями обжорства. Я бы предпочла торт. Будь у меня выбор. Учитывая вид твоего комбинезона и наклейки от фастфуда, что-то мне подсказывает, что ты тоже. Так, очень быстро тараторил. Не успел я за ней. О, первая неделя, наконец-то, кармин, первая неделя. Было бы хорошо, если бы они вот это все раскидывали не так, как сейчас. Возможно, это специально так сделано, что вот мы как бы прошли уже, вот нам рассказали про это. Хотя, мне кажется, если я пойду другим путем, то есть буду другие решать, она мне все равно будет диктовать, ну, именно лично, сама говорить, именно поочередно все. Так, ну мы нашли первую неделю, мы идем, конечно же, ее исследовать. И я так понимаю, что это фиксированная... То есть они фиксированно лежат именно вот здесь, именно восьмая лежала неделя. А там именно первая. Но я не думаю, что где-то в Стиме можно будет найти. Хотя, может быть, и можно найти, где все недели. Сейчас я тут прочитаем и потом поищу. Просто чтобы поочередно именно открыть. Хотя, с другой стороны, мы тогда прервем уже загадки. Ну, эти якоря. Ладно. Так, кармин первая. У нас есть первая и третья. Так, первая неделя. Так, первая неделя. Поехали. Расшифровывать. Получать доступ. Опять же, вряд ли мы там что-то новое узнаем.
Тем не менее. Так, сообщение записи. Мы, кстати, почитали записи у предыдущей. Кто у нас был предыдущий? Надо посмотреть. Да я не помню, может быть. Так, начинаем, да, записи, потому что я могу забыть потом, просто когда последнюю уже дочитаю, перелистнуть сюда на записи. Сегодня мы добрались до пункта назначения планеты под названием Арнольд. Это был долгий путь, но настроение и здоровье у всех хорошее. Я сделал всем завтрак, настоящий английский завтрак, хотя никто на борту и не знал, что это такое. Еще я приготовил немного спаржи с вареными яйцами, на которые остальная команда не позарилась. Но это и не важно, я их для себя готовил. Эбигейл их любила. Так, Эбигейл — это, видимо, его жена или дочь, которая, скорее всего, как раз-таки умерла, и после чего ему не оставалось ничего делать на земле, и он решил улететь. Разве я мог начать сегодняшний день с чего-то другого? Оценка здоровья идет полным ходом. После всего проделанного пути приятно вновь стать врачом. Хотя, конечно, здесь все немного иначе, чем на земле. После нескольких лет одиночества я хочу поближе узнать этих ребят. Прошло всего несколько дней, но они мне нравятся. Особенно Хвоя. Полагаю, она мне не даст расслабиться. Да, особенно эти браслеты на кошаков. Точно не даст. Знаешь, чего не хватает? Океана. Звуков океана. Когда проводишь рядом с ним несколько десятков лет, уже не думаешь о нем как о чем-то особенном. Начинаешь ценить какую-то вещь, только когда ее уже нет. Я здесь всего несколько дней, но тишина оглушает. Хорошо, что я прихватил с собой частичку океана. Так, частичку океана. Наверное, та ракушка, которая была. Может быть, она. Хотя там вроде как не похоже, что это его было. Там вроде ботаника была. Так, ну ладно. Опять не то нажал. Так, сейчас мы быстренько тогда все-таки просмотрим первую запись. Писташку читали. Астробиллиант вроде читали. Да, это мы читали. Но я не помню, что мы перед этим вообще находили. Канарейка. Брифинг. Да, это было. Баклажан. Читали. Джем. Читали. Получается, все читали, да. Так, ну и кармин сейчас прочитали. Так, первое, это у нас все то же самое, получается. Вы утверждены в должности офицер-попечитель на борту исследовательского корабля «Алебастровый». Так, за вами закреплен цвет красный, за вами закреплено имя Кармин. Все остальное то же самое. Так, система оповещения то же самое. Лебедь желает удачи. Джем, день начинается без завтрака. Начавшийся без завтрака плохой день. Так, Кармин написал, ответила у нас оранжевая Джем. Джем ответил. Это все было. Баклажан ремонт было. Необходимое техобслуживание было. Хвоя тема побочные эффекты криосна. Этого не было. Привет, Кармин. А если кто-то ведет себя как полный придурок, это может быть побочным эффектом криосна. Канарейка черт знает что вытворяет. Прямо сейчас. Спасибо, Хвоя. Привет, Хвоя. В настоящее время не существует экспертных экс-исследований, указывающих на повышение враждебности по отношению к коллегам в результате криосна. Однако есть другие широкомасштабные исследования, наглядно показывающие влияние совместного поедания тортиков на улучшение отношений в коллективе. Советую начать готовить. Граница 1 из 1. Канарейка, несколько слов о протоколе исследований. Это все было. Чаепитие. Добрый вечер, Канарейка. Скоро я спущусь вниз, чтобы приготовить всем чай или кофе. Тебе что-нибудь нужно? Благодарю, ромашковый чай был бы очень кстати. Кстати, это было у Канарейки. Необходимое техобслуживание завершено. Это было. Канарейка, напоминание правила приличия. Было. Фисташка, меня беспокоит соболек. Так, ну это, я так понял, теперь это кошка. Так, это было. Канарейка, обязательная встреча по протоколу исследований. Так, собрать всех и провести часовую. Так, это было. Обновление ОС тоже было. То есть здесь, в принципе, у нас мало чего. Так, кто у нас остался? У нас остался Джем, по-моему. Нет, Джем был. А, Хвою мы не нашли. Ладно, найдем. Найдем. Так, а здесь она ничего не хочет сказать?
Может, потом что-нибудь про лестницу скажет. Пока вроде ничего. Так, и здесь у нас... А, где этот куб? А, у нас заканчивается вот здесь. Здесь, скорее всего, куб. Пока я его не вижу. Правда, слишком незаметный. Слишком прозрачный. Может быть, и здесь. Ладно, в любом случае найдем потом. Так, ну теперь должно быть все посложнее. И, скорее всего, намного. Так, что мы делаем здесь? С чего начать? С этого начинать нежелательно. С этого можем, в принципе, и начать. Возможно, с этой, с первой. Либо с этой. Наверное, игра любит, что мы всегда начинаем где-то сдалека. Поэтому, наверное, начнем с этой. А, скорее всего, даже вот с этой получается. Нет, с этой не получится. Так, а потом надо будет идти к дальней. Нет, это вряд ли так получится. Так, ну ладно, пускай будет первая. Так, отсюда нежелательно, потом вот эту не захватим. Мы потом не сможем вернуться. То есть так-то мы ее захватить сможем. А дальше-то что? Дальше ничего. Скорее всего, значит, с нее надо начинать вот так. Вот, протиснулись. И сюда. Так, потом, возможно, здесь. Плохая идея. Вот это неплохая идея. Так, потом, видимо, с тебя начинать. Ну, допустим, так. Так, потом можем в центр пройти. Так, вот здесь будут проблемы. Да, это, видимо, надо было раньше решать. А как раньше? Сразу напролом бежать. Не выйдет. Так, ну эти, допустим, мы две захватили, потом сюда выбежали. И это, да? Короче, вот с центральными что-то вот непонятно. Видимо, начало у меня было не совсем правильное. По-другому. А, по-другому. Надо было после красного идти наверх. Ну, как обычно, короче, в самом начале закосячили. Все возвращать, это бы еще запомнить. Так, сюда, да? Так, не сюда. А как по-другому? Может быть, кстати, вот так? Нет, по идее, все-таки с этой стороны, мне кажется, почему-то. Здесь мы протиснуться не можем. Это нам не захватить так. Ну, что бы сделать? Как бы нам это решить? Сюда не цепляется. Потом будет проблематично это все забирать. Может, с этой вообще? Нет, с этой это слишком далековато. Так, ну были очень близки. Это неправильно. С этой начинать тоже неправильно. Может быть, еще вот с этой можно начать. Это тоже проблема. Так, а может вот так? Вот. Вот у нас где первая. Ясно. Так, теперь здесь вспоминай. Вспоминай, что ты здесь делал вообще. Так, как я проходил-то? Мы как-то разворачивались. А, вот так.
По-моему, мы там чуть по-другому проходили, но ладно, так тоже устраивается. Тебя уже нет. Так, возможно, не через тебя надо проходить. Так, это, возможно, тоже потом. Так, мы обратно зайдем потом. По идее, сможем зайти, зацепить каким-то образом. Наверное, прямо сейчас. Так, ты что, только что цеплялся? Уже не цепляется. Ну, это есть сомнение. Так, только что же цеплялась. Что не так-то? Вот, сейчас зацепилась. Как это работает? Ну, типа физика. Так, об эту не зацепилась. А значит, скорее всего, я что-то делаю неправильно. Если не зацепилась. Мне казалось, что это надо захватить именно так. И здесь не прижимается. Так, проблема с этой. Значит, здесь все-таки что-то не так. Возможно. Все-таки здесь надо как-то... А, так мы ее можем. Эту мы можем. Вот с этой проблема. Мы ее можем потом зацепить. Так не получится. Сюда куда-то уйти надо. Не так тоже не получается. Так, хорошо, что мы еще можем? Получается, что только через эту. Можем, правда, пойти сюда. Нам вниз пока не надо. Так, мы зажигаем то, что нам не нужно. Проблема, конечно, проблема. Неужели вот это не надо было брать сначала? Так, тогда, если это у нас на потом остается. Ну, допустим, вот так вот возьмем. Потом заберем. Вот так вот. И в обратную сторону. Нет, туда нам нельзя. Логично тогда захватить вот эту, пойти сюда. И там мы верхнюю не захватим. Так, возможно, это тоже пока трогать не нужно. Наверное, с этой начинать надо. Нам эту теперь захватить. А может, с нее надо начинать? Вот, походу, так. Так, хорошо. Чуть-чуть продвинулись куда-то. Так, теперь можем, в принципе, вот эти забрать. Допустим. Ну и, собственно, вот эти. Ладно, я рад, что хотя бы начало у нас было правильное. Иначе было бы... Было бы... Прям не очень. Я уже планировал паузу ставить. Проходить вне записи. Ого-го. Как их много. Почему их не могут 3 штуки поставить, да и все. Так, ну начнем просто, что на глаз попало. Первое вот это попало. Вроде как... А, нет... Вроде что-то соединяется.
Конечно же, вряд ли это пойдет именно так. Но кто знает, вдруг они решили прям по-простому сделать. Но вот здесь уже не пройдем. Значит, по идее, это не сейчас должна идти. Так, это нам нужно обойти, наверное. И вообще потом. Скорее всего, это потом. Ну, возможно, кстати, так, да. Мы сейчас отсюда пойдем забирать. Опять же, это не зацепили. Так, как нам ее зацепить? Ее хорошо вот так вот забрать. Тогда нам нужно эту забрать. Где-то за что-то зацепиться. А у нас нигде ничего нет. Это уже не то. Их тут всего лишь две. Так, ну здесь, допустим, мы можем зацепиться. А, мы туда уже внутрь не попадем. Так, что-то здесь не совсем так. Возможно, надо было сначала забрать эту. Так, опять же, не зацепиться ни за что. Непонятно. Сверху хорошо было бы захватить одну, потом вернуться, захватить вторую. Но нам не вернуться. Потом. Это, конечно, проблематично. Значит, здесь, наверное, как-то неправильно. Может, не с нее начинать? Тоже не хватает. Может быть и так. Мы вернулись, в принципе, к тому же. К тому же состоянию. Так, значит, скорее всего... По идее, вот отсюда еще может быть. Опять же, нам потом надо будет идти вниз. У нас это не получится. Отсюда мы можем пойти наверх. То есть это будет последнее, грубо говоря. Но это тоже должно быть последнее. То есть сначала мы должны эту захватить, а потом как туда попасть. Так у нас не выйдет. Так, ладно. Буду решать. Возможно, вначале что-то сделал не то. Да, получается, было начало... Так, застрял. Начало было положено неправильно. Надо начинать вот с этого. Потом... С этого. И потом как раз вот с тем, с чем у нас были проблемы. Но я правильно предполагал, что надо забирать сверху. Так, теперь это берем. Просто по порядку. Ну, в принципе, как идет по порядку, так все и забираем. Так, не то. Что не так? А, центральный. Не туда побежал. Все, это у нас последний. Так, хорошо, здесь что у нас? Так, опять же, много-много всего. Много-много всего. Так, но опять же, надо понимать, это вообще единичное. Хотя можно, в принципе, вряд ли первая она пойдет. Прямо какой-нибудь подвох будет. Так, начнем с тебя. Хотя, возможно, надо ее будет забрать. Так, и с тебя пойти. Ну, допустим. Так, сюда не протиснуться.
Почему-то нельзя протиснуться. Какая-то соединяется с чем-то там с другой стороны. Ладно, это значит потом. Так, что не так? Значит, только вот это берется. Так, это в обратную сторону. Допустим. Допустим, может быть... А куда она приходит вообще? Две последние. Может быть. Здесь проход не остается, значит, не так. Так, тогда. Можно захватить еще. Эти, в принципе, можно по диагонали захватить. Так, теперь надо подумать, как бы. Возможно, нам надо идти в другую сторону. Сначала те две захватить. Каким-то образом. Так, теперь с этих начинать. Так, ну и все, мы тут захватим. Развернемся. Да, по идее, все правильно. Очень запутанно, но вроде все правильно. Ну да, единичка осталась последней. Хорошо. Так, здесь у нас что? Опять же, найти бы начало. Ну, допустим. Это, конечно, самое проблематичное будет. Хотя, если вот так пойти... В принципе, и нет. Так, это мы не захватим потом. Так, возможно, так. Теперь, возможно, можно вот это забрать. Хотя, возможно, это потом пригодится. Пока пойдем так. Так, туда нельзя. Здесь прохода нету. Здесь, в принципе, мы можем сверху. Может быть, вряд ли. А, так они тоже. Верхние тоже учитываются. Так, мне кажется, отсюда надо начинать. Теперь можно сходить за вот этими. Не получается. Так, получается. Дверь открылась. Я даже и не ждал. Я думал, там еще будет очень много-много-много кубов. Так, ладно, пятая. Так, откуда начинать? Да они как-то сделают специально, вот, чтобы я вот куда-нибудь отсюда начинал. Это уже не так. Но вряд ли будет начинаться с первой. Хотя может быть. Нет, с первой точно не будет начинаться. Так, может начинаться отсюда. Допустим. Это уже под сомнением. Мне кажется, сюда надо будет потом возвращаться. Чтобы как раз таки был разворот какой-то. Допустим, так. Так, вот здесь проблемы начались. В любом случае они будут. Так, да, видимо, надо начинать отсюда. Тоже прохода нет. Так, можно, в принципе, начать с этой. Это мы не можем захватить. Это вроде как отсюда все-таки. Так, по диагонали мы ту не захватим. Так, мы тоже мало чего сделаем. А, вот так вот.
Вот так вот можно. Опять же, дальнюю мы не захватим. Все будет мешать. Нет, не все. Так, но все равно, мне кажется, это пока проблематично. Если мы туда же возьмем. Мне кажется, так неправильно. Кажется, так неправильно. Возможно, здесь все неправильно. Ладно, буду решать. Начало, видимо, не то. Ну, в принципе, начинали мы правильно. Только вот здесь потом пошло все не так. Так, нам надо захватить эту. Потом сюда. Потом захватить верхние. Потом... Так, вот это надо захватить. Эту захватить. Так, потом вернуться. Захватить нижние. И теперь вот эти последние. Так, здесь не очень помню как. А, вот эту. Центральную. Так, ну здесь, в принципе, можно так. Можно было нижнюю сначала забрать. И уходим. Эх, чувствую здесь себя как в клетке. Я никогда особо не любила эти обязательные тренировки Кармина. Но сейчас я бы не отказалась от пробежки. Хочется размяться. Мышцы ужасно ноют. Хотя с последствиями криосна это не сравнится. Будучи навигатором, я должна была проверять, не отключились ли мы от курса, пока все спали. Поэтому мне каждые несколько месяцев приходилось проспаться и проверять. Моя боль даже близко не сравнится с той, что я чувствовала, когда вставала во время полета. Меня и без того жаворонком нельзя было назвать, а уж теперь раннее пробуждение занимает в моем что-то там последнее место. Хорошо, так. А, 10-я неделя. Как-то лихо нам то первую неделю дали, то 10-ю. Неужели они рассчитывают, что я буду это все по очереди читать? То есть первую неделю, потом 10-ю, потом прыгать на 4-ю, на 5-ю. Еще вообще неразумно. Так, здесь, может быть, что-то появилось? Нет, диалогов вроде нет. Так, ну здесь по-любому какой-то диалог появится в конце. Должен появиться где-нибудь. Так, идем сейчас дальше. Так, вот эти 5 должны быть самые сложные. Здесь уже обучения никого тебе не будет. Так, ну опять же, с ближайшей начинать, наверное, неправильно. Надо начинать с которой... Которая проще всего, скорее всего. Вот это вот проще всего. Забрали. Допустим, это забрали. Здесь проход у нас вроде остался. Это только с другой стороны, если. Так, она к чему относится? К нижним двум. Это будет плохо. Так может быть. Да, мы туда зайдем. Заберем и, возможно, сможем ускакать. Сейчас просто проверю. Нет, обратно мы уже не вернемся. Печально. Здесь, в принципе, мы бы забрали. Так, может быть, это пока не трогать. Так мы ее не зацепим. Ее надо именно отсюда и как-то вниз. Так, может, тогда эту не трогать. С нее начать. Так мы тоже ничего не цепляем. Так, возможно, это не первое. Скорее всего. Так, так тоже будет проблема. Так, не цепляем. Возможно, и не они нужны нам. Ну, допустим.
Так, вот это можем забрать. Правда, скорее всего, потом. Так, а как потом? Потом не получается. Блин, не, ну нижние сейчас вряд ли нам нужны. Может, с них надо было начинать? В принципе. Сейчас попробуем, если с них ничего не получится. А с них вроде ничего не получается. Так, вот так можно. Вот так хорошо с них начать. Или плохо, да? Плохо. Ладно, будем думать. Возможно, я был в первый раз на правильном пути. Опять же, начало, возможно, было не то. Ладно, начинать было... Надо было с другого. Надо было начинать вот с этой. Ну, а здесь, собственно, не сюда. Сюда. Потом мы забираем... По-моему... Так, вот это, по-моему... Нет, не эту. Вот эту сначала забираем. Эту потом забираем. Эту потом забираем. Вот эту. Потом эту. И на выход. Прям выбегаем. Ну, как обычно. Так, здесь что у нас? Давайте попробуем. Явно это неправильно. Мы попробуем. Вдруг пойдет. Так, почему не то? А, вот это. А это у нас какая? Ну, вот здесь уже все не получится. А, нет, получается. Хотя нам не за что зацепиться, чтобы развернуться. Значит, вряд ли это. Ну, здесь, в принципе, проход остается. Не хочет так. Так, то есть получается, может быть, через тебя. Или, может быть, наверное, вот сначала сюда. Не, ну так не цепляет. То есть это нам намекает на то, что надо оттуда идти вниз. Так, как мы снизу пойдем? Вторая у нас там. Ну, в принципе, тоже не получится. Так, что-то не так. Явно что-то не так, будем думать. Ну да, пошел не в ту сторону. Нам нужно влево было пойти. Собственно, здесь. Сюда, наверх. Сюда забираем центральную. Дальше, не помню. Вроде как вот эту забираем. А вот эту как раз я и думал, что снизу надо ее забрать. Так, и вот эту забираем. Все, и уходим отсюда. Выбегаем. Так, третий. Так, ну здесь, в принципе, только бежать далеко. Так, а вроде не сложно. Опять же, непонятно, вот это заранее это надо или потом это надо будет. Самое трудное найти первую точку. Допустим, сюда. Так, мы эту уже закрываем. Что плохо. Так, если с тебя начать. В принципе, у нас идешь наверх налево. Эту закрываем. Прохода там все равно нет. Тебя, может, начать. Прямо так. Нет, есть сомнения. Есть большие сомнения. Так, начнем с тебя. Мне кажется, вот как-то это самое такое логичное. Первое стоит. Так, здесь, наверное, по диагонали не получится.
А, можем сюда уйти. Тогда это не активируется. Это нам не поможет. Вниз идти нельзя. То есть вот как тут по таким радиусам можно. Нам же не это не нужно. Да и вообще здесь проблемы. Так, в принципе, можно захватить. Здесь пробежать можно. Так, значит, нам надо вот это не трогать. Место есть, места нет. Значит, что-то не так. Вообще вокруг все это обойти. Да не так тоже будет проблема. Тоже будут проблемы. Ладно, буду искать решение. Так, надо начинать отсюда. Вот это у нас получается первая идет. Потом. Вот это идет вторая. Потом вот это идет третья. Так, здесь мы все это огибаем. Хотя, в принципе, это, наверное, нужно не трогать. Так, достаточно. Так, это у нас соединяется с вот этой. Потом идем сюда. Ага, и не проходим. Печально. Так, что делать? Здесь может пройти. Или что-то не то. Наверное, не ту схватил. Вроде как не ту схватил. По-моему, вот это надо схватывать. Вот, да. Теперь проходим здесь. Вот, теперь нам нужно забрать вот эту. Все, отлично. Теперь мы забираем вот эту. И вот последнюю. А что мы не взяли? А, последнюю еще. Что-то я про нее забыл. Ну, главное, выбрались. Что у нас здесь? Выход слева. Так, ну вроде из тебя хочется начать, но вряд ли получится. Ну, может быть. Может быть. Это уже... Хотя тоже может быть. Почему бы и нет? Начинаем со всех дальних. Так, вот здесь непонятно куда. Вроде направо, потом вниз. Вот это тоже под вопросом, на самом деле. Может, оставить их пока? Пока их не трогать. Это, наверное, лучше забрать. Так, ту потом мы сможем забрать, в принципе. Да, получается, эти, в принципе, можно было забрать. Ладно, здесь как-то оказалось все просто. Либо просто повезло. Второе, скорее всего. Что у нас здесь? Опять же, надо определить начало. Это оно явно не оно. Это вполне может быть. Очень похоже на начало. Так, дальше. Скорее всего, вот это. Да, то здесь у нас, в принципе, выход есть. А можем прямо его, наверное, сразу и забрать. Так, ладно, смотрим, что здесь. Здесь не особо понятно. Так, нижняя. Ну, в идеале вот это сначала забрать. Это нам не поможет. Либо все-таки отсюда начинать. Тогда вот это у нас не пригодится. Нет, как-то не так. Так, пробуем отсюда. Эту мы не сможем забрать, эту тоже. А это у нас вообще одиночка. Ну, допустим, если вот так. А, может, кстати, вот так. Вот, как раз таки наверх выходим. Да, только дальше нам не пройти. Есть проблемка.
Там больше не за что захватиться. Так, ну, возможно, единицу лучше не трогать. Может так? Тоже не получается так, как хотелось бы. Не, по-любому действительно надо что-то по-другому сделать как-то. Если мы нижнюю возьмем сначала, да, мы не зацепимся. Здесь мы потом обратно не выйдем. То есть, по идее, надо сначала верхнюю активировать, чтобы так можно было в другую сторону выйти. Как нам сначала активировать? А, вот так вот, кстати. Вот, проход еще есть. Можем даже вот так забрать. Нет, так проблематично. Так, ну вот. Хоть что-то. Да, только толку от этого. Так, а мы единицу не могли не трогать. Берется. Ясно, ладно. Проход себе дали. А где дверь? Дверь тут. Я помню, как перед погружением в сон нам всем пришлось перепроверить рабочие места, оборудование и все такое, чтобы убедиться, что все в норме. Потому что если бы что-то сломалось, мы бы не смогли просто заказать замену. Фисташку эти проверки не заботили. У нее было одно особенное растение, даже странно, что я не помню его название, ведь оно быстро стало темой ежедневных разговоров. Оно цветет очень редко, кажется, один раз в 10 лет, и это конкретное растение должно было зацвести в момент нашего прибытия. Фисташка только об этом и думала. Она потратила все отведенное время, чтобы найти ему идеальное место и удостовериться, что цветок обеспечен всем необходимым, чтобы по прибытии он был здоровым и цветущим. Но он так и не расцвел. Мы даже перепроверили записи с камер. Наверное, он просто должен расцвести позднее. Жаль, что она так и не увидит, как он цветет. Так, жаль, что... А может, еще увидит? Я не думаю, что они все погибли. Пока что я так не думаю. 10-я неделя. Это плохо. Не бы первую. В принципе, мы уже можем вторую неделю почитать, потому что, мне кажется, в первой там все равно останется... Ну, примерно то же самое, что мы уже читали, там уже пару каких-то диалогов других. Так, где у нас этот разговорчики? Здесь появилось? По-моему, ничего не появилось. Ну ладно, нет, так нет. Он здесь появился. Нет, там не должен быть. У них еще форма была по цветам. Или это полотенце? Нет, по-моему, полотенце. Ну от кого-то шифруются. Раз у них все по цветам, псевдонимы. Так, это мы находили, да, капитан. А здесь можно пройти. Прям по столу. Так, это мы разгадывали. Так, я хотел спуститься вниз. Мы сейчас пока на втором этаже. Сразу музыка меняется. Сейчас проверим. Так, это мы проверять не... Ну, хотя можно проверить. Здесь смысл. Просто количество то же самое. Количество то же самое. Так, вот здесь вроде как должно появиться что-то вот там наверху. Здесь мы диалог видели. У нас шлем съехал. Такое ощущение, что без шлема. Здесь мы просто видим искажение.
Вроде ничего нету. Я тыкаю на Е. Тут с чем-то взаимодействует в случае чего. Ничего не происходит. Так, зря я тыкал на Е. Надо запустить назад, кью назад. Ладно, пока особо непонятно, где тут что должно быть. Где-то что-то где-то должно быть. Ладно, загадки мы оставим на потом. Пока потихоньку пройдем дальше. Кстати, вот в этих коридорах тоже что-то может быть. Мы уже удостоверились. Так, внизу там какой-то напиток был, который, честно говоря, я уже не помню, кто сделал. Так, вот здесь есть разговорчик. Мне нравится этот небольшой уголок, но сидеть в нем подолгу было как-то неуютно, слишком открытое пространство. На тебя могли смотреть, а ты даже не подозреваешь. И эта акустика, говоришь, что-то ослышат все. Нельзя же было позволять канарейке слышать о моих злоключениях. Кстати, а что ты думаешь насчет этого окна на полу? Мне самой было наплевать, а фисташка его терпеть не могла. Ей там сидеть совсем не хотелось. Когда мы собирались вместе, она аккуратненько обходила окно по краю и садилась там, где ей нравилось. Удивительное дело, но иногда фисташкины вещи каким-то образом оказывались прямо посреди окна, но мне о том ничего не ведомо. Ну, конечно, конечно, посередине окна. Неведомым образом. Короче, хвоя здесь над всеми подшучивала. Как мы это уже выясняли. Так, здесь мы прошли. Так, посмотрим. Так, а вот здесь может тоже что-то скажет. Нет, ничего не говорит. Посмотрим карту. Второй этаж. Ну, сейчас, наверное, мы пройдем центральный. А потом пойдем вниз в каюту. Или каюту на потом оставим. Да, наверное, каюту тогда на потом оставим. Сейчас тогда мы начнем вот отсюда. Здесь, кстати, тоже у нас один секрет. Вот там слева показано. Но я пока не знаю, что с ним делать. А, это у нас, по-моему, я смотрел. Это азбука Морзе. То есть первая это тройка, по-моему, 3-0-0. Это пятерка. Это, по-моему, девятка. Это двойка. Это четверка. А это, наверное, ноль. Точно не знаю. Так, ну давайте попробуем сейчас сфотографирую. Почему бы, в принципе, и нет. Правда, я не до конца помню азбуку Морзе. Азбуку Морзе я до конца не помню, но вроде как так. Там тоже кругляшки, черточки. Попробуем, может получится. Так, первая, значит, у нас первая тройка. Так, тройка у нас получается вот эта. Потом у нас идет, ну, как я предполагаю, пятерка. Потом у нас идет, опять же, как я предполагаю, девятка сверху. Потом двойка. Так, двойка у нас здесь. Потом у нас идет четверка. Четверка у нас здесь. И потом, наверное, ноль. Да, все правильно. Действительно, азбука Морзе. Так, что поврежденные 14-28-19. Кармин. Только подумай, что до чего дошли космические перелеты. Неважно, как далеко от Земли я буду находиться, у меня под рукой будет все необходимые ингредиенты для моей любимой лазаньи. То есть он прям любит что-нибудь готовить. Так, хорошо, но мы с этой и начнем. Правда, я не посмотрел секреты, мы здесь все нашли, нет? Это чье? Не-не-не, погоди. О, кстати, то, что нам нужно. Кругляшки пошли. Я хотел посмотреть еще раз карту. Но, по-моему, все вот эти... предметы коллекционируем мы собрали. Да, то есть там еще два секрета у нас осталось.
Да, наверное, вниз мы потом пойдем, чтобы про команду побольше послушать. Сейчас мы пойдем сюда вниз. Как раз здесь, наверное, про Хвою будет рассказывать. Потом дальше вниз пойдем. Потом в центр управления, в центральный этот корпус. И в самый низ, каютам. Пока начнем отсюда. Так, а где у нас еще могут быть загадки? Тут по-любому книга, наверное, где-то валяется. Которую мы, скорее всего, уже видели. Но я ее вряд ли записывал в тот момент. Вот она, по-моему. Да, книга. Так, это у нас третья. Три полоски. Так, где у меня бумажки? У меня все бумажки, столько бумажек. Так, нашел бумажку. Три полоски. Три полоски. Песня такая была, три полоски. Так, второе. Постоянно забываю, как валюм. Валюм, валюм. Том, второй том. Втором том, первое издание. То есть у нас получается 2-1. Хорошо, осталось еще одну книжку найти. И мы сможем это разгадать. Так, и вот здесь, кстати, вот у нас загадка. Но я пока не знаю, как она решается. То есть 1, 2, 3. Арнольд, кстати, про это нам говорили. Что мы прилетали на какой-то Арнольд. Планету. Пятерка. А если перевернуть, здесь еще вот одна загадка. Тоже пока непонятно. Может быть, конечно, по порядку это все идет. 1, 2, 3. Может быть, так просто, действительно. Сфотографирую, попробую так вести прямо. Прямо как есть. А вот с этим не очень понятно. Это, скорее, тоже вторая загадка. 1, 2, 3, 4. Насквозь проходит. 5. Попробуем ту. Если не сработает, значит потом где-нибудь посмотрю. Пока попробуем просто как вот оно нарисовано, так и попробуем. Мы знаем, что вот это у нас низ, потому что у нас значок секретности у нас, если снизу две палки, значит это означает, ну, что это мы смотрим правильно, то есть. Так, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка и восьмерка. Да, действительно так просто. Так, поврежденный. 20-35-32. Вы раньше не были в роли ведущего научного сотрудника ни на одном судне, не говоря уже об одном из передовых научных судов НИТИ. Почему вы думаете, что справитесь? Канарейка. Я много лет работал ученым в НИТИ, и меня обучали некоторые из лучших ученых, которых НИТИ могла предложить Одуванчик и Ириска. Благодаря им я многое узнала и многого добилась. Так, Одуванчик и Ириска. Это две ученые. Хорошо. Так, ну все, идем тогда. Сюда. Где-то еще одна... А, книга. Третья у нас... Третий секрет — это книга. Здесь много книг. Я подозреваю, что это у нас... Пульт управления. Что-то другое. Так, стой. Опять сбежал. Посмотреть, что за локация вообще. Это что, морковка там или что? Похоже, что морковка. Конечно, вряд ли, но даже вот отсюда, если посмотреть, очень похоже. Либо какой-то клык, но почему-то оранжевый. Так, ну по идее панель управления. Сканеры. Планета.